Когда то, что мы сделали, выйдет без свеча из наших рук. Когда все им разойдутся, чтобы не смотреть, кто идет в руку. Когда белый ком узнает своих подруг. Это значит день радости, когда звезда мошенника ляжет перед нами на стене, когда в камнях будет сказано то, что было сказано мне, когда над белым холмом будет место звериной луне. Потому что нет кого прятаться в круг. Тогда белый ком перестанет своих подруг. Это значит день радости. Никакой тьмы. Бог есть свет, и в нем нет никакой.